Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Nokia 8000 можно изменить язык клавиатуры. Для этого мы с вами заходим в настройки. После чего нажимаем персонализация. Далее нажимаем способ ввода. Нажимаем языки ввода. Видите, у нас включен зачем-то английский. Соединенные Штаты, английский, Великобритания, поэтому мы один выключим. И также включим русский. Теперь у нас включены два языка. Если мы будем что-либо печатать или писать, если вы вдруг не знаете, как... Давайте зайдем все-таки в сообщение, например. Если вы не знаете, как переключать язык, это делается очень просто. Когда будем что-то печатать, видите, у нас английский, зажимаем решетку, русский написано, и теперь у нас русские буквы. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!